момента выхода поручения президента прошло очень много времени. И коллеги из регионов и из Ростуризма могли бы нас не дожидаться, а кое-что поделать уже и без нас. Безусловно, мы свои материалы направим, а дальше уже вы принимаете соответствующие решения, как мне кажется, не только административного плана. Потому что решением об увольнении вот те проблемы не решить. Это нужно менять, уточнять нормативно-правовую базу и ту систему, которая организована.